Глава самопровозглашенной ДНР прибыл в Дебальцево. По словам Александра Захарченко, ополченцы уже фактически взяли город. Мы, во-первых, совместно с армией Луганской Народной Республики освобождаем. И не только от Дебальцева, мы освобождаем еще ряд населенных пунктов на территории Луганской Народной Республики. Во-вторых, в Минске не признали, что есть на самом деле котел. Мы находимся в Дебальцево, вот поворот на Новогорьевку. Вся дорога со стороны этого перекрыта полностью нами. Бои идут уже в самом центре Дебальцево. Вы видели сегодня военнопленных, они сдаются. В принципе, ну, понимаете, это уже такая хорошая традиция. Мы появляемся в Углегорске. Через 3 дня Углегорск полностью зачищен. Ну, я уже появился в Дебальцево.